Всем привет! С очередной посылочкой решил с вами сегодня поделиться. Посылка пришла из магазина у нас Forever 21. Так, покажу, что это действительно от мега заказа. Как всегда, нашего любимого перевозчика, посредника, как ему в принципе удобнее. Что у нас там, в принципе, вещи будут некоммерческого, скажем так, состава, будут вещи личные для себя, ну и там будут женские еще вещи. Это я уже отрывал, проверял, потому что до этого приходили посылки в коробке от магазинов, плюс была еще сверху наклеена лента, поэтому проверял, чтобы ничего из посылки наши любимые не украли. Здесь у нас будут, так, это наша какая-то накладная, Лос-Анджелес, Дмитрий Доскевич, вот такая вот штуковина пришла. Так, это у нас сам заказ, значит, там будут у нас женские джинсы. Это все с Forever 21 пришло к нам. Не знаю, камера словит или нет. Значит, условия о возврате и так далее. Ну вот, собственно говоря, наш заказик. Сейчас попробую словить его. Forever 21. И, собственно говоря, там есть сумма. Общая сумма у нас получила 69 долларов. Нет, 70 долларов. Собственно говоря, если вы берете на 50 долларов и больше, то доставка с этого магазина бесплатна. Поэтому заказывайте и пробуйте. Значит, смотрите, здесь у нас будут шорты. Шорты я лично для себя заказывал, плюс очки. Сейчас я вот это отодру. Какие-то иероглифы на упаковке. Так, очки заказывал я авиаторы. Правильно видно было их. Сейчас я их достану, наверное, и покажу вам. Сразу испугался, потому что огромные ребята, кстати, спасибо, что положили их между одеждой, то есть чтобы очки не сломались при перевозке новой почтой, потому что даже с хрупкими грузами новая почта обращается не очень хорошо. Итак, очочки. Так, посмотрим. Значит, вот какой-то ценничек. Да, будет видно или нет. Первый раз на веб-камеру снимаю. Значит, стоимость очков 5 долларов 80 центов. Сделаны в Китае. Вот так вот. Очки, в принципе, качественные. Пластик, сразу могу сказать. Приятный пластик. Вот такие очки. Их на сайте уже нет. Это я последний, честно говоря, забрал. Вот с такой оправой. Там ничего не написано на них. Ну вот, как-то так. Будем сейчас мерить. Так, это я показал. Значит, что касается шорт. Шорт я, честно говоря, заказываю первый раз в США. Не знаю, подойдут они мне или нет, но будем надеяться, что подойдут. Сейчас я их открою тоже. Покажу вам. Размер заказывал себе 36. Вроде бы по размерной сетке должны мне подойти. Так, вот такие вот шорты. Здесь вот лейба. 21 мэн. American brand написано, но будем надеяться. Значит, внутри какие-то еще шлейки есть. Так, вот такие вот шлейки какие-то, они крепятся. Вот здесь вот получается. Не знаю даже к чему они. Но, честно говоря, качество шорт меня очень даже устраивает. Довольно-таки приятно. Вот такие вот шорты. Сзади кармашки. Очень приятный хлопок такой, не жаркий.
То есть они такие, знаете, с очень приятной подкладкой. Внутри они тоже. Вот здесь тоже лайба есть. 27,90 они, кстати. Поближе сейчас покажу вам. 21. Вот ценничек 27,90. Размер 36. Ну, вроде бы как на меня. Вроде бы подходит. Ну, в общем, по мере еще. Конечно, надо было, наверное, 34 брать. Но там вроде бы 34 по размерной сетке их немножко не подходил мне. Ну, это на самом деле не сильно страшно. Шорты должны быть свободными. Так, с этим мы разобрались. Дальше. Дальше у нас здесь еще будут джинсы. Джинсы женские. Ага, и вот ручки. Тоже их сюда прилепили, чтобы мы по дороге их никто не поломал, не побились. И тому подобное. Здесь уже немножко другая у них упаковка. Напомню, что это очки женские. Так. Сделаны они тоже в Китае. Made in China. С вот такой вот интересной аппликацией. Здесь вот сразу свечение. Ценничек есть. Камера что-то не ловит. Вот такие вот очки. Должны подойти. Так. Очки мы показали. Можно их убирать. Так, что же касается джинс. Джинсы у нас тоже супер-пупер модные. С надрывами. И они идут. Вот такие вот. Первый раз, честно говоря, такие джинсы заказывали. Вот, мы думали, что это действительно просто их подвернули, а они на самом деле вот такие вот и идут. То есть, в принципе, можно здесь отвернуть их. Но, в принципе, мне кажется, будет логично носить вот так вот их. В общем, кому как удобно, можно и так. Можно или так. Сами джинсы тоже хорошенького качества. Тянутся, кстати, стрейчевые. Вот такие вот джинсики. Стоят они 29,80. Здесь тоже присутствует Label Forever 21. Вот такая вот. Здесь ничего не написано. Темно-синего цвета. Они еще вроде бы на сайте есть. Поэтому кому понравилось, милости просим, заказывайте, ну и радуйте своих любимых женщин. Всем огромное спасибо. Так, вот еще лицевая сторона. Не знаю, видите или нет. Всем огромное спасибо за внимание. Смотрите, лайкайте, добавляйтесь в подписку. Будет еще одна поставочка совсем скоро, ожидаем еще с женскими футболками. Поэтому не отключайтесь, заходите, буду рад. Всем спасибо, пока-пока.